на тему повестей и рассказов Льва Николаевича Толстого. И я начинаю. Лев Николаевич Толстой. Любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. С бала я уехал в 17:05. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его что-то большое, черное. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный. Это был ее отец со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. Мне было до такой степени стыдно, на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска. Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно. И любовь так и сошла на нет. Алексей Расторгуев. После бала по одноименному рассказу на музыку Петра Ильича Чайковского.